Всем привет, и мы продолжаем прохождение Ларочки. Лариска у нас запаслась всеми боеприпасами, какими только можно. И тут уже мы, заметили уже с прошлой серии, как, с той стороны уже на веревках спускались какие-то, бугаи. Называется, с гор спустились басмачи. Ага, мы, по ручейку скатились вниз. Сейчас посмотрим, что тут у нас вообще есть такое. Соберем все детали, которые валяются неправильным образом. Так, а тут самолет какой-то, самолет, на туре самолет. Я еще думал, что это тут за техника такая, опять в каком-то, по уши в каком-то дерьме, в каком-то говне, этот хуй еще. А что это, интересно, за хуй висит? Нифига себе. Ну и че, это он типа для устрашения такой, наверное, висит. Так, возьмем сразу пушенцию. На всякий случай с глушаком. Оу, дрим, оу. Там, эти уже побежали, все. Там уже, все, пиздец, пошли они уже. Занимать позиции какие-то. Давай, нихуя, там люди падают. Там упало два человека. Че это за нахуй-то? Так, зайдем, посмотрим, что у нас здесь. Ага, тут детали. Бери ты нахуй этот факел, Так, а что у нас там? Что-то я никого тут не вижу, какая-то тишина, Вы где, псы, Лара, давай, сука, сюда, нахуй! Он кричит мне что-то откуда-то, мне какой-то хуй кричит, мол, давай, Давай, говорит, Ларыч, у нас тут пиздец полный. А что тут интересно, все тут расставлено? А это что у нас, Но... Нихуя не происходит. Так, значит, слышны какие-то крики, какого-то хуя, Он мне орёт такой, давай, Лара, сюда, А я не знаю, куда... А, вот лестница. Так, отлично. Ой. На, сука, я сожгу тебя, Нет. Нихуя, все, взрывается, полный пиздец. Порвите ее нахуй. А, нихуя себе, да вы что, ебанулись? Да тут нихуя себе они меня забрасывают просто. Ай, ну все, пиздец, так, надо брать ствол. А че этот-то там? На, сука. Тут полная жопа. Я не понимаю, что вот там вот наверху-то делают эти хуи. Хуепутовы. На, сука, перезарядка. Давай, сука, ну-ка, схвати нахуй стрелы в жопу. На, сука, кто еще, На, хуй, Давай, нахуй, смахнемся один на один. Давай, пи-пи-пи тут устроим, сука, на тебе. На, ебало. Суки, мерзоты, На, падла, давай, расхуярим ему ебало, На, об колено, киркой, нихуя, прям киркой ему в башню, На, сука. В колено, Псы, вы заебали меня. Нет, суки. Да что ж такое, Вы охуели, я ж дробовик сейчас возьму. Да отъебись ты нахуй. А ты чё, Хуй на ны, Ай, не, нахуй, с дробовика здесь не получится. Где вы, суки? Эй, Лара, я тут, нахуй! Ты заебал, хули, какого хуя ты туда залез? Да здесь, прекрасный вид, я думал дом себе построить. Ты совсем выжил из ума, придурок, нахуй, слезай. Давай, Лара, тут наши друзья, надо их спасать. Давай, переберись, Плоти, так, на чем, на мосту, нахуй. Сука. Найдите путь к Грин. Падла, нихуя они тут не устроили, передрягу. Так, во-первых, надо все собрать. Пш,
Что у меня? Все патроны, все есть, что ли? Все. Ничего больше не надо? Так, найти путь. Каким-то хуем. Интересно, а каким хуем я тут найду, блядь, путь? А, нет, блядь. Так, я упала куда-то. Я упала с самосвала, тормозила головой. А, ну все нормально, значит, я здесь спустилась. О, блядь, нашла она какую-то хуйнюшечку. А, так, скорее. Так, здесь я уже была. Что тут нам надо еще сделать интересного? Да, блядь. Карта обновлена. Здесь, по-моему, надо поджечь, наверное, вот эту хуйню, я так думаю. А, все, все, она подожглась. А хули толку? А там хуйнюшка, она подожглась, но, блядь, толку от нее почему-то никакого, в общем-то. Непонятно. На, сука! О, я раздолбала какую-то хуйнюшечку. Я раздолбала ее, я раздолбала. Но туда все равно мне не залезть. А тогда что, блядь, надо делать дальше? Так, сейчас поищем. Здесь должна быть какая-то... Какая-то зацепка здесь должна быть. А, так. Это понятно. Это понятно, блядь. А, здесь у нас... Блядь, да что ж ты такая упоролась? Она в какие-то текстуры. Это то есть мне надо вернуться назад, совсем назад прям. Прям совсем-совсем назад. Но здесь, я так понимаю, ничего нельзя сделать. Так, сейчас я забралась на крышу, и тут у нас есть какая-то хуйня. Чучело. Надо, кстати, наверное, уничтожать эти чучела. Хотя на кой хуй они мне нужны здесь, я не знаю. Так-так-так, пойдем посмотрим, что там дальше. Блять. Где, сука, интересно, этот вход-то туда? Но здесь точно не будет, потому что здесь, по-моему, была эта гробница или что-то такое, что-то в этом роде. Здесь? Нет, здесь я вряд ли, если я упаду, то я, скорее всего, умру. Странно, очень странно. Пока мне не найти этот выход в открытое море, блядь. Мне кажется, все-таки там и должна быть. Да хорош ты, блядь, уже лазится-то тут везде. Прям как ассасин такая, прыг, 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 блядь, везде. По идее, там и должна быть какая-то зацепка, какая-то, не знаю, хуйнюшка, за которую... Как-то, блядь, какая-нибудь хуйнюшка, которая мне поможет... Пройти дальше. Но пока я не знаю, что. Что мне тут может помочь, я пока не понимаю. Может здесь где-то что-то... О, блядь. Так, отлично. Хули, отлично. Блядь, мне тут все какие-то сокровища, блядь, документы. Да нахуй они мной обосрались. Здесь какая-то должна быть зацепка, блядь. Пока я никак не могу понять, блядь, какая. Как мне пройти дальше? Что мне надо сделать? Лестницу сломали, все, блядь, сломали, переломали, блядь. Нахожусь в какой-то куче говна. А может быть здесь просто надо как-то... Нет, здесь никак, просто тут не пройдешь. Так, сейчас попробуем еще один момент запрыгнуть на веревку. А, сука! Есть, блядь, у нас получилось! Она зацепилась! Ура! Так, мы зацепились за веревочку. Так, понятно, туда выше не подняться. Но мы уже, самое главное, что мы уже на полпути к нашему этому детку. Так, 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 что тут у нас, блядь? Пиздец, блядь. Сейчас все расхуячим тут. Так, всякие хуевины. Ага, тут нам тоже предлагают подняться еще выше. Вот это какая-то колобаха, за которую этот крутил-крутил и что-то типа тут такое вызывал подмогу, что ли. Хуйнюшка такая. Так, ну что ж, таким образом и пойдем вверх. Ох, нихуя себе такая. Вау, вау, вау. Такая, блядь, мартышка. Так, отлично. Сука. Нет тут никого? Никто тут меня не поджидает? Вроде бы тишина.
Нихуя тут такие вообще какие-то подстанции, прям тут вообще прям все натянуто, тут прям вообще вообще что-то сделано, блядь. Прям так, блядь, прям настолько все серьезно, я охуеваю. Блядь, ну надо идти спасать этого как-то, детка. А спасем мы в следующей серии. Смотрим продолжение.